Здравствуй, Илона. Уверена, ты меня знаешь, хотя наверняка задаешься вопросом, что мне от тебя надо. А нужно мне самое дорогое, что у тебя есть. Твоя свобода. Я, знаешь ли, появляюсь в жизни только тех людей, которые способны размениваться этим бесценным даром. Но ты должна знать, что борьба за свободу так же важна и ценна, как и она сама. Если до конца сегодняшнего дня ты успешно пройдешь все-все испытания, которые тебе встретятся, то я навсегда исчезну из твоей жизни и не буду больше властна над твоей судьбой. Готова ли ты доказать, что только ты все решаешь в своем настоящем и будущем? Хватит ли у тебя сил провести этот день в борьбе? Наверняка твои чертовы друзья попытаются засунуть свои носы в это дело и помочь тебе. Что же пусть пытаются оттянуть неизбежное? Я предусмотрела это и наложила заклятие немого голоса на твою спутницу. Иногда она и слова не сможет из себя выдавить. Особенно, когда попытается подсказать тебе что-то. Впрочем, думаю, мне ни о чем волноваться.